Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников. Маргарита Жерар. Картина называется «Первые шаги», 1788 год. Главная тема творчества Жерар – радости семейной жизни и женские добродетели. Герои ее картин – нежные матери, заботливые и ласковые няни, очаровательные малыши, кошки, собачки. Несмотря на то, что круг сюжетов и образов ученицы Фрагонара был достаточно однообразен, ее картины не лишены жизненной правды и привлекательности. Работы художницы регулярно выставлялись в салоне и пользовались неизменным успехом у публики. Отличительная особенность ее искусства, соединяющая в себе черты рококо и неоклассицизма, это занимательная повествовательность и сентиментальность. Для живописной манеры художницы характерны четкий рисунок, локальные краски и гладкая фактура. Картина находится в главном штабе Петербург. Ранее картина находила собрание князя Юсупова. Ну вот так вкратце текст из интернета о работе Маргариты Жерар «Первые шаги», 1788 год. Пока-пока, до свидания, всего хорошего.